Странное чувство охватывает всякого, кто впервые попадает на этот новый участок Вильнюсского станкостроительного завода «Жальгирис». Возле работающих машин ни души. Ни единого человека на складе, откуда заготовки корпусных деталей подаются на станки. Все операции обработки происходят без видимого участия человека. Это автоматика нового поколения, комплексная система машин. Ее создал экспериментальный научно-исследовательский институт металлорежущих станков, ЭНИМС, в содружестве с рядом творческих коллективов. Загрузка заготовок на станок и съем обработанных деталей тоже автоматизированы. Это значит, что нет необходимости держать рабочего при машине в роли подсобника. Автоматы и в службе технического контроля. А человек? Какая же работа осталась для него? Самое важное. Создание программ для электронно-вычислительной машины. ЭВМ, выполняя задания оператора, и управляет автоматизированным участком, и помогает оптимально спланировать всю работу оборудования на смену, декаду или даже месяц вперед. Этот автоматизированный комплекс сдан в эксплуатацию в преддверии 26-го съезда партии. В новой пятилетке такая техника придет на многие предприятия, чтобы помочь выпускать больше продукции с меньшим количеством рабочих рук.